Ты веришь в силу мыслей? Веришь, что задуманное воплощается, а мечты сбываются? Мысли превращаются в идеи, которые меняют мир. Смотри, как это происходит. Ты придумал что-то новое и невероятное. Сделал, испытал, работает. Чтобы мысли не забывались, а открытие вышло на следующий уровень, тебе нужна поддержка. Где ее взять? Закон помогает изобретателям. Опиши и зарегистрируй открытие в Роспатенте. Это важно. Патент защищает идею, помогает ее росту, превращает ее в нечто большее и значимое. Патент оберегает от недобросовестных конкурентов и дает возможность зарабатывать. Представляешь? Ты можешь продавать лицензию на использование твоего изобретения и получать пассивный доход. Твоя идея работает на тебя уже сама, без твоего участия. Чем лучше и полезнее твое изобретение, тем больше внимания ты привлечешь. Тебя узнает страна, будут брать интервью, приглашать на выставки. Ты станешь известным профессионалом и прославишься на всю планету. Помни, идеи меняют мир. Взять хотя бы Илью. В детстве перед сном он любил слушать сказки. Мама читала ему о скатерти-самобранке, ковре-самолете, сапогах-скороходах и прочих фантастических вещах. Илья мечтал, чтобы они появились в реальной жизни, и начал изобретать. После многих попыток и долгих бессонных ночей у него наконец-то получилось. Тогда Илья отправился в ближайший центр поддержки технологий и инноваций на базе Центра детского творчества. Затем зашел на Podscape.ru и убедился, что до него такого изобретения не было. Сотрудники центра подсказали, как защитить изобретение. После чего Илья подал электронную заявку через сайт Роспатента. Все просто. Изобретение прошло проверку на новизну, технический уровень и промышленную применимость. И заветный патент оказался у Ильи в руках. Затем на одной из выставок кроссовки-скороходы заметили производители спортивной обуви. Вау-эффект не дал им устоять. Крупная спортивная компания предложила Илье оформить разрешение на производство и продажу его кроссовок в России. Кроссовки-скороходы были на расхват. Модники, путешественники, спортсмены, полицейские — о них мечтали все. Идея молниеносно распространилась по всему миру, и чтобы за рубежом идею не украли, Илья запатентовал изобретение в большинстве стран. Вот так простая идея принесла Илье кругленькую сумму. Но даже не это важно, а то, что Илья сделал жизнь миллионов людей чуточку лучше. И теперь уже о нем знает весь мир. Хочешь так же? Зайди на сайт Роспатента, посмотри идеи других и возвращайся со своей. Идеи воплощаются, охраняются и защищаются. Роспатент.